Так, не убегай, не убегай. На тебе. Надо было ему не убегать. Так, этот будет... этого... О, он еще и стреляет. Нифига, он попал в меня? Как так? С какого нафиг расстояния он меня мог попасть? Да, дуда, плей. Так, нам, ребятушки, нужно разбить ему голову. Есть. Получили мы очки. Так, поехали дальше. Есть, получилось. Ну, в принципе, несложно поначалу. Сейчас посмотрим, как дальше будет. А ты выиграл, держи награду. 500 монет. Хорошо, спасибо. Выиграй больше призов, ребятушки. Давайте нажмем, попробуем удачу нашу. Так, мы открыли новую машинку. Да, новая тачка, трактор. Хорошо. И дальше еще играем. Еще машинка? Ух ты, новая тачка, не отложка, редкий. Это хорошо. Так, играть. Давайте возьмем не отложку. Так, идет поиск противника. Трактор инопланетянный. Мы с тремя машинками будем играть, ребята. Так, ну что, поехали, смотри. Отталкиваемся и прыгаем. Не получилось. Так, давай. Так, не убегай. На тебе. Надо было ему не убегать. Так, этот будет... этого... О, он еще и стреляет. Нифига, он попал в меня? Как так? С какого нафиг расстояния он меня мог попасть? На, получи. Есть. Так, а здесь, в принципе, легко. А, нифига, не легко. Подожди, а у меня почему нету такого, чтобы стрелял я? Так, ладно, отходим, отъезжаем. Ну, этого на тележечке мы можем легко сделать. Есть. Уничтожили. Так, и последний раунд. Опа, хорошо. Так, что у вас там, победа? Победа, ребята, мы победили, это очень даже хорошо. Кубки. А денежки, давайте денежки мне. Забираем. 50 монет. Ух ты, трофейный путь. Собирай трофеи со сражений, чтобы получить доступ к новым мощным тачкам. Чем дальше ты продвигаешься по трофейному пути, тем выше будет твое место в таблице рекордов, ребята. Вот такая вот таблица рекордов. Такой вот путь. Ух ты, мощная биль, эпическая. Глайдер, эпическая. И тут еще бот смерти есть, еще и босс есть. Пила-бот, офигеть. Ладно, давайте отправимся дальше играть. Мотокроссный велосипед. Магазинная тележка. Да, магазинная тележка. Что, издеваетесь, что ли? Серьезно, что ли? На, получи. Готов. Так, а теперь здесь я его переверну. Хорошо. Замечательно. Перевернули. Тут главное, короче, машинку тут переворачивать. Тихо. Так, вот этот чудик. Давай мы его наедем. Ой, хорошо. В принципе, пока не сложно, ребята. Пока не сложно. Так, смотри, есть какой-то спиннер. Ага. Давай, поехали. Так, реклама. Поехали. Нажимаем. Сейчас посмотрим, что выпадет. А ну-ка. Ага, 10 чего-то там. Гаечных ключей. 10 гаечных ключей мы взяли. Хорошо. Доступно улучшение. Прокачать. А, вон для чего гаечные ключи-то нужны, ребятушки. Так, прокачали. А, еще прокачать? Ну, давай еще прокачаем. Сколько у меня? А, последний, да, у меня? Все хорошо. Так, больше нет у меня, ребята, денег. Поехали. Так, отлично, подключить, чтобы здесь все фишки игры. Ё-моё. Так, ну что ж, поехали. Идет поиск противника. Так, противник найден. И сейчас поедем в бой. Ух ты. Сейчас противник посильнее. Посильнее, ребята, я сказал. О, ё-моё. Тихо. Разбился. Ну, бывает. Да, сильный противник. На, получи. Хорошо. 1-1 пока что. Пока 1-1. 2-1. Так, а ну-ка здесь что делать с этим? Ой, хорошо, прям хорошо. Но это пока противники не сильные.
А что будет, когда сильные попадутся? Да, так, а ну-ка, сейчас назад немножечко. Все. Здесь не сложно. Хорошо. Победа за тобой, Макс. Так, нравится игра? Так, ладно, не надо мне отзыв писать. Дальше. Что мы, куда идем дальше? Так, мы получили много улучшений, смотри. Давайте прокачаем трактор. Максимальное здоровье увеличили. Давай еще прокачаем. А в смысле здоровья? Так, а у нас нету, да, больше гаечных ключей. Хорошо, играем дальше. Поиск противника. Велоцираптор у него есть, нифига. Ага, сейчас посмотрим. Так, назад отъедем. Ах, нифига, назад отъехал. Да-да-да, конечно. Только вперед. Вот это вот. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, он меня перевернул. На велоцирапторе своем. Так, а здесь что? Он, видишь, даже он знает, как что делать. Видишь, как он себя ведет? Агрессивно. На, получи. Ну, хотя бы не в чистую он меня сейчас делает. Тихо. На, иди туда. Давай. Опа, все. Мы его зафигачили. Смотри, ребята. Да, мы ведем. Тихо, тихо. На, надо его гнать. У него скорость была мощнее. Я не мог ничего сделать. Смотри. Опля, получил. Велоцираптор, отдыхай. Ага. А это что такое у нас? За рыбёшка такая. А, он на меня хотел прыгнуть, прикинь. Ах, такой ты. Жук-паук. Так, время. Внезапная смерть. Ах, ух ты, нифига. Смотри, что творится-то. Вода пошла. Ну, мы опять-таки выиграли. Так, отказаться от призов. Не надо мне рекламу смотреть. Что это такое у нас? Что-то нам предлагают посмотреть. Ну, давай посмотрим. Поехали дальше играть. Нам предлагали посмотреть ролик на ютубе. Представляешь? Ну, мы это отказались и не стали смотреть. Потому что он долго грузился. Так, ну у нас противник какой-то интересный, чувачок. Давай попробуем. О, это что такое, мина или что это лежит? Ой-ой-ой-ой, да, там была мина, ребята. Представь. Тихо-тихо-тихо. О, я провалился, да? Ну, в воду прям. Ага. Так, а ну-ка, тихо. На тебе. Опа, есть. Вот сейчас я выиграл. Так, а здесь что у нас, ребятушки, смотри. Если я буду стоять наверху. А где время, которое заканчивается? А вот, заканчивается время, смотри. И сейчас пойдет вода. Блин, почему? Почему сверху, ребята? Я думал, будет вниз. Вода эти, а они вон сверху крутилки сделали. Ладно. Так, тихо. Ёлки-палки, чё за чувак такой? Нехороший, да? Ох ты, нифига меня подбросила. Так, я выиграл, да? Хорошо. Так, а здесь, смотри, пингвинчики есть. Пингвинчики. Сейчас посмотрим, что здесь. Что здесь будет интересного. Ё-моё, он моих пингвинов давит, а? На тебе. Пингвинов будешь давить, а? Я сам себя наколол этим штырем. Штырь как будто специально сделан был, представляешь? На. Есть. Ну, хотя бы не так обидно. Не начистую я буду проигрывать сейчас. Опа, нифига, смотри, какой он хитрый. Что-то я прозевал его. Так, а этого... Ах, ё-моё, прикинь. Вот эти у него руки. Прикольные, которые не дают ему ничего сделать. Ух ты, нифига, что за фигня поднимается? Я не понял. Я вообще не ожидал этого. Так, это мина. Давай, я тебя сейчас переверну. Фига, он какой мощный, а. На.
А как бы его перевернуть-то, ребята? Ё-моё. Внезапная смерть. А, он сверху. Хорошо, крутилки как раз ему по башке стукнут. Сейчас надо, главное, подождать. Подождать, ребята, когда крутилка дойдет до головы его. Есть. Вот так вот. Мы опять выиграли, что ли? Ух, нифига. Получается, да. Получается, выиграли. Это хорошо. Ну что, давайте еще раз играем. Посмотрим. Поиск противника. Противник найден. Ага. Ух ты, у него помощнее немножечко, да? Машинки. Ну ладно. Так, вот этот чувак. А, тихо. Смотри, что творится. Надо здесь аккуратно. Ох ты, ё-моё, смотри, этот, земля движется. Земля движется, надо как-то его щелкнуть. А-а-а, почему он меня щелкнул, алё. Так, коровы какие-то, давай нафиг, поехали. А-а-а, я башкой об корову ударился, да ну нафиг. Инопланетяне там. Так, ой, снежок, да я даже не заметил никакого снежка. Смотри, легкое касание по башке и... Чувак наш разбивается насмерть. Ага. Так, надо следить за чуваком. Что он будет делать? Тихо. На, есть. Стукнули мы его. Фига, у меня уже здоровье, что ли, такое маленькое? Ё-моё. На, не получилось. Сейчас, подожди. Ай, да как так? Машина какая-то стрёмная, она перевернулась, просто взяла и все. Красный победил, это первый раз я проиграл. Ну такая вот игрушка, ребятушки. Ну что ж, если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Передайте привет всем, до новых встреч, всем пока-пока.